Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега, и сейчас мы покрутим, ну, дофига скаров, потому что мне прислали аккаунт со скарами, ну, действительно, их было много, как бы, и сейчас мы посмотрим, сколько скаров мы все же сможем выбить. А где-то у нас будет 4 аккаунта, и посмотрим, сколько мы сможем чувакам скаров выбить. На самом деле, перед этим я не выбил двум чувакам скар, но у них было по 1000 кредитов, так что, думаю, все нормально, чуваки не сильно расстроились. И вообще какой-то трэш прям с этим скаром, это просто жесть, все хотят его крутить, мне просто 100 аккаунтов никогда не присылали. Я просто уж начал без записи даже некоторые крутить, ну потому что там некоторые предлагали довольно мало кредитов, и я не видел в этом интерес что-то записывать. Так, ну давайте, тут у нас тоже не сильно много кредитов, но выпал, да, круто, погнали тогда покрутим следующему чуваку скар. Так, вот у нас, ребята, и второй аккаунт. Сейчас мы попробуем еще этому чуваку убить скар. Но на самом деле, я даже не знаю, просто, ну, серьезно, просто до хрена запросов покрутить скар. И бывают такие, что даже просят, ну, с 10 тысяч кредитов покрутить скар. Но ну, это довольно забавно, как бы, с 10 тысяч кредитов крутить. Но я думаю, с 10 тысяч кредитов можно уже самому, да, ребят, покрутить скар или вообще любой донат. Потому что, ну, думаю, с 10 тысяч кредитов вам любой донат выпадет. Ну, если, конечно, не выпадет. Вот и нам выпал еще один скар. Ну, просто, не знаю, шикардосно, ребят. Это по-любому Лойс. Ну, просто, не знаю, на скары мне жутко везет. Ну, го, покрутим следующему, что делать. Ну, тут, ребят, у нас 3000 кредитов. Это вам не хухры-мухры. Сейчас мы по-любому выбьем скар. Я, точнее, на это надеюсь, вот. В общем, не знаю, просто настолько дохрена скаров я уже выбиваю, меня аж это, не знаю, смущает. Один чувак, короче, за то, что я выбил ему скар, закинул мне на аккаунт 2000 кредитов. Просто огромнейшее ему спасибо. Имя я его обязательно скажу в следующем выпуске, но потому что не успел я запомнить его имя, он только что прям скинул. Просто огромнейшее спасибо, просто огромнейшее, это просто я аж охренел. Выбил ему скар, и он еще закинул мне за этот, просто, не знаю, респектос, конечно. Так, ну, а сейчас мы смотрим, выпадет ли нам скар или нет. Не, ну, с 3000 кредитов, это, конечно, обидно будет, если не выпадет, потому что, ну, мне кажется, с 3000-то должен падать. Ну, в общем, сейчас зачекаем. Давайте открывать, ну, побыстрее, да? Просто я что-то уже ненавижу вот эти медленные открывания. Что-то они какие-то не тактичные, ни хрена, и как будто эти тактики мы все уже нахрен пофиксили, так что в жопу их, короче, все крутим. Давайте, ребят, и сейчас мы посмотрим, выпадет или нет. Давай, выпадай. Выпадай, выпадай. Хоть немножко у чувака должно на аккаунте кредитов остаться. Вы что? Как он все? Ну, у него крутые випки есть. Ну, не знаю, ну купил бы и себе еще крутые випки, даже не знаю. Блин, неужели не выпадет? Неужели не выпадет? Скарщик, выпадай, давай, выпадай. Ай, походу не выпадет. Ну, печально, печально, что? Что можно сказать? А нет, смотрите, выпал на последних коробках, вообще нормально. Ну ладно, ребят, погнали покрутим тогда донат последнему подписчику. 10 тысяч кредитов. 10 самых тысяч кредитов. 5 тысяч рублей. Нахрена столько донатить на игру, чувак? Ой. И знаете, еще посмотрел, вроде такой аккаунт, ну нормально, да, но не знаю, 10 тысяч кредитов, конечно, я себе не позволю. Я себе не позволю. Раньше я себе позволял, потому что был, конечно, ну, не таким, как сейчас, я поменял свое мнение о деньгах, ими нужно, знаете, правильно распоряжаться, не вкидывать вот на скары всякие. Ну, у меня, конечно, скар есть, но он мне не нужен. Спасибо большое моим дорогим рефералам за то, что они мне качают свои аккаунты, свои аккаунты качают, и я получаю за это скар, сайгу, ктар, райс 50, это очень круто, я просто вас всех люблю, все самые лучшие рефералы. Так. В общем, ребята, 10 тысяч кредитов мы вряд ли будем сливать. Он сказал вначале покрутить, ну, скар выбить и оставить кредиты, если останутся. Ну и немножко сексаура, немножечко. Ну, мы немножко сексаура еще покрутим, если вы... Ну, я думаю, выбьем с 10 тысяч кредитов, ребят. Но с 10 тысяч кредитов не выбить скар. Ну, боже мой, это смешно, серьезно будет. Не, конечно, я слышал такие версии, да, когда, ну, действительно не выпадают, но... Ну, бывает, что бывает, зато... Купят, не знаю, себе золотую бэху на ваши 10 тысяч кредитов. Ну, вы не расстраивайтесь, вон вам опыт понападал, остальное фигни. Ну, в общем, не расстраивайтесь. О, мы опять апнулись, просто на каждом я апаюсь в донате подписчикам, просто постоянно. Я не знаю, что такое, ну ладно.
Так, в общем, когда ты выпадешь, то, Скар, может, не знаю, быстро открывать, просто столько кредитов, просто надо быстро, это я знаю точно, давай, быстро. Да, он выпал, все, ребят, это круто, и как обещали, нужно крутануть Сиксаур, где это наборы, Сиксаур. Ребят, я благодарю вас за просмотр, надеюсь, вы меня поддержите и вообще, ну вы поняли, о чем я. Так что не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем пока, ребят, всем удачи!